Всем привет! Я Алена, и вы на канале Teenager Serbia. И это мой новый влог. Сегодня мы поедем в другой город, в Сербии, в Белград. И там мои родители пойдут на концерт Эд Ширана. Не переключайтесь, будет интересно. Еще сейчас мы пойдем в ресторан пообедаем. Вот, я тоже постараюсь все снять. Вот мы уже вернулись из Белграда, и сейчас я буду собирать вещи в Златибор, в лагерь. Вот там уже, тут уже у меня вещи. Вот я собираю, тут чемодан, вот, и еще у меня супер новость. Мне сегодня приехала моя посылка с Тэму. Косметичку я уже собрала. Туда я положила средства от комаров, пасту, щетку, средства для умывания. В общем, все, что мне там понадобится. Сейчас мне нужно все это сложить в чемодан и сумку. Кстати, эта сумка выглядит маленькой, но на самом деле в нее очень много помещается. Еле как закрылся чемодан и застегнула сумка. Это было сложно. Очень сложно. А я уже переоделась, то есть, потому что уже как бы ночь. Ночка там на ночь. То есть, вот рюкзак. Он как бы большой, видите, да? Сумка, она просто, она огромная. Возможно, на камере не видно, но она реально. Очень много задач помещается. Почему там просто?